Вот она, капитан. Беладонна, торговый дом Родриго Арталес и компания. На вид чисто испанцы. Но они французы, будьте покойны. Полный трюм пороха и оружия для старины Джорджа и его патриотов. Им обещали сопровождение у побережья, но эскорта и след простыл. С тех пор они ждут. Надо, чтобы Вашингтон получил ожидаемое. Где ла капитен? Я капитан. Вы опоздали! Мы пришли, как только сумели. Слишком долго! А куда подевался ваш эскорт? Ла Рандольф вышел с нами, но потом внезапно исчез. Типик! Вот почему ле-лейтенант отправил меня к вам! Артон! Мы пойдем, когда будем готовы. Ва? Атлантика — опасное место для одинокого корабля, особенно с таким ценным грузом. Вы, верно, очень рады нам? Бух, здесь жарко. Мон лейтенант не в восторге от холодного севера. Он что, серьезно? Смотрите в оба, мистер Фолкнер. Кто бы ни разыскивал Беладонну, появиться из тумана он может моментально. Есть, капитан. Не по нутру мне все это. К нам англичане, сэр! Французского флота на лицо! Плохой приз они себе выбрали. Боже мой, зачем англичанам здесь такой флот? Залп! Не знаю, но Беладонну надо вывести из тумана. Давай, давай же! Только они тебя и ждем! Огонь! Фальконеты! Не выйдет, сэр! По сигналу! На дно, сволочи! Английские фрегаты! Огонь! Галёные ядра! Спрашивается нам ваша помощь! Идем на всех паруса! Все паруса! Берегись! Все вниз! Давай, давай же! Только тебя и ждет! Почему их так много? Это не важно. Будем биться. Что мы можем сделать? Молиться, чтобы они нас не нашли. Стрельбе! Приготовиться! Полежи на луне, мерзавец! Мы готовы, сэр? Огонь! Что, получили? Я готов, сэр! Фальконеты! Приготовиться! Невозможно! Залп! Огонь! Линейный! Беладонна осталась без грот-мачты! Нельзя отходить от нее! Вперед! Нет! Абордон! Я должен знать, что англичанам известно о Беладонне.
Готовит залп! Прикрыть нас с квартердека! Карманы крепче! На носу тяни! Как ваши адмиралы узнали о Беладонне? Наши адмиралы о ней не знают. Тогда почему вы здесь? Нас привел сюда патриот, Николас Бидл. На кого работает Бидл? Думаю, ты знаешь, ассасин. Что сказал их капитан? Их привел сюда Николас Бидл. Он... Рэндальф. Рэндальф! Свистать всех наверх! Отставить! Он убирается прочь отсюда. Нельзя оставлять Беладонну без защиты. Но, сэр! Она уязвима и ослаблена. Пусть уходит. Мы с ним скоро встретимся. Вы видите, сэр? Что скажете? Идем на север. Держать! Пол паруса! Ослабь паруса! Живо все к пушкам! Нашканцы! По местам, к бою! Берегись, шквал! Живо! Полный ход! На всех парусах! Все паруса!
что же этот хитрец затеял? Будьте осторожны, капитан. Подходи. Тут наверняка что-то неладно. По сигналу! Не зевай! Стрелять книпелями! Линейные корабли и много! Целая армада! Я знал, что не все так просто! И он атакует нас! Плохо дело, капитан! Значит, будем драться! Рэндальф на абордаж, других на дно! Вниз! Вниз! Танец ловко вертится! Пол паруса! Идем на всех парусах! Бортовой с линейного! Заплатишь за то, что ты сделал с Рэндальфом.
меня жажда справедливости, убога. Зря ты выполз из своей деревушки. Твоей власти на побережье пришел конец. Ты поэтому искал меня? Думал, что я враг великой цели. Я так и знал, что ты ничтожный глупец. Ты причинил боль и страдания людям только ради личной выгоды. Боль, страдания. Я освободил их. Искоренил недовольных, облегчил жизнь патриотам. Меня сделали адмиралом, что с того? Революции нужен адмирал, а я лучший кандидат. Единственный. Если бы не я, континентальный флот так и был бы кучкой лодочек. Вы смотрите, ассасины, но истины не видите. Довольно. Стой. Пусть Рэндальф умрет со мной. Не бери его как приз. Потопи мой корабль. О большем не прошу. Я не могу поверить, что вы оставляете Рэндальф. Отличный корабль, капитан! А как же Бидл? Вы проявили милосердие к нему? Вот значит как. По мне так это немножко чересчур. И все же жаль, хороший был корабль. Может, хоть парней похвалите, а? Аквила победитель! Слава Аквилле! Гип-гип! Ура! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Летал я так много далеких земель, я тратил монеты на виски и эль.